нормальный. Аддон ты, разумеется, не поставил. Аддон? Химик в пинге, господи. О, есть аддон, киньте аддон. Я тебе могу скинуть аддон, у меня нет той херни, которая зажимает тап. Тебе придется все время тап держать, чтобы эта херня была написана. Пацаны живут в Германии, почему у них такой пинг большой? У меня до Германии всего 60. Короче, насрать. Все, играем в аддон. Подожди, а ты про маршрутеризацию слышал вообще, в принципе, или нет? Наверное, нет. Ну, вообще слышал. Наверное, нет, то слышал. Если слышал, то это хорошо. А если нет, то плохо. Странно. Должен быть меньше. Что там, пил? Сейчас я свернусь, я дам объявку. Или что это? Впиши туда Айса. Вон он, кастерка у него. Чё, я могу сам писать? Скинуть в комментарии свою ссылку. Я поставил все. Так удобно, вы кидайте в комментарии всегда. Не кидайте... Так, а что за анус, пса? Кто это, блядь? Что это такое вообще? СМ кастер консоль. Так, как пишется Лихтенштейн? А я сделал уже, внизу. Ну я ВКонтакте еще запущу. Кто сидит на 14-м слоте на сервере? Кто-то не нужный или что? Не знаю, я свернутый и не могу сейчас сказать. Я тоже свернут. Можно Кристинге слот сделаем? Не. Не выиграли бабский кап, он расстроен и хочет посидеть, погрузить. Выиграли? Смотреть игру. Проиграли они. Да ладно! Они второе место, судя по всему, это вроде финал был. Это обидно. Ладно. Серьезно? А его тут нет, что ли, тимспики? Нет, смысла self-resnational, в принципе, нет. Точнее, он не использует микрофон. По непонятным причинам, которые предстоит установить. Так, сейчас. Айс, стрим идет, да? Айс, стрим идет, да. Айс. Вообще айс. Да. Так, ну чё? Заруба продолжается у нас. Замес идет. Ого, лифтух. О, я нашел, как они пишутся. Кстати, Magic это Кроу. Кто? Кроу. Да ладно. Он про Кроу говорил, да, у него Magic был ник. Он, да. Он все не может завязать с этим делом, да, то есть он покупает, точнее, остается снова и приходит заново, снова банится и так бесконечно. Ну ладно, привет, Кроу. Стрим, вы уже стрим запустили? Да, колесо сансары дало оборот, да. Хочу втопнуть, что он уже спалился на новом аккаунте, его уже перманентно забанили. Здорово, Кроу. И пока. Да, и пока. До новых встреч, Кроу. А почему вообще начали обсуждать Кроу? Оф топ, я сказал, хочу оф топнуть. А, так, давай, есть первая атака, подкуривают, но моментально сливают атаку. Ой-ой-ой, хороший. Ой, отличный спам, отлично справились с первой атакой. В принципе, если ты хочешь оф топить, я могу замечательно рассказать, как я недавно наебенился. Это очень давай интересная ты лучше будешь смотреть и анализировать игру. Вместо санлайта. Так вот, да, появляется танк, танком становится корчен. А вот знаешь, Фейт, вот это сейчас обидно было. Почему? Не знаю. Все, смотрим игру, ребят, давайте вот. Да, Пол аналитика тоже отрицательная, да? Все, понял, Фей, давайте. Возможно. Нет, все нормально. Успокойся. Корчен у нас будет заходить сейчас. А вот странно. Деревянные узики. Да, узики. Там, да, так называемые. И заходит Хорчин сразу, да. Под трикап, по-моему. Да, под трикап заходит Хорчин. Кстати, сжимает тренера. Не совсем правильная тактика на калибре заходить сразу, когда нет кемпы, потому что я думаю, Хорчин прекрасно мог дать своей команде сделать одну атаку, передать контроль и сразу получить себе в руки какого-либо эффекта. Правда, да, говоря, это очень деле... хорошая идея, просто под бумера заходить. Если был бумер, он ему надо было сразу заходить. Да, а так. Просто танк, который пошел сразу, это как-то неправильно. Вообще должна команда минимум убивать этого танка. Правда. И передает контроль тем временем вирусу. Минимус уже один инкап, в принципе, все не так страшно. Танк... А вы не сделали объявку, ребят? Делали. Против лихтов нет. Нет объявки. Алло, ребят, сделайте объявку.
Обивки нет просто. Сейчас, 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 все. Сейчас, сейчас, что там? Ну, добивайте, добивайте танка, добивайте, ребят. Добивай его. Все, хорош. Надо доходить. По-любому надо доходить. Да, ребята, принимают танк. Два инкапа. Но не так уж плохо. Хотя на эквилибриуме эта карта не такая важная, как на Трамоде. И что с поинта урезано. Есть заблев одного у нас и есть чарджеры с пита. Сейчас будут реализовывать именно это комбо. Подкуривают Ника, кстати, он у нас с бонусом и половина. Надо передавать таблетку быстрее Нету. Он сейчас начнет хромать. Или уже хромает. Нет, Нет, давай. Нет, новичу. Смотрю, Нет. Агрит ведьму и сливает с двух. Просто на скиле. Найс! Давай, чужаки! Давай, давай, Нет, давай, блядь. Нет, да, все, понял, что бинацию нет смысла за Жакеем. У него, кстати, похоже, высокого сенса. Кого? На это. Ну, он, знаешь, дергану стреляет. Или плохая мышка, или и то сразу. Кажется, у него просто мышка плохая. Только сенса именно лунатика. Тимо, не смотрел я что. И вот у нас последняя атака сейчас будет. Блядь, чарджер, который не попадает. Берут Жакея на М2, еще даун бумера, и атака слита. Да, заходит. Дальше. Минималс уже разыграны. Они уже сыграли КВС с хищниками. Они же агенты. Что ли, лихты тоже? Ну, лихты играли 2 на 2, кстати. Минималс тоже играли 2 на 2 сегодня. Вообще-то очень хорошая практика, вот, перед важным матчем. Кстати, отличный бонус. 2 на 2 между собой, это просто замечательно. Хороший бонус донесли, ребята. Да, отличный бонус заносит команда Animals. Из 440. Этот бонус, на самом деле, абсолютно ничего не значит на этой карте, да? Не, ну, это уже, лучше дойти хорошо. Бонус. Да, лучше дойти и вообще, как говорится, там, 100 плюс бонус. Всегда вообще приятно доходишь. То есть тебя не убили, ну, мораль не падает, знаете. У тебя мораль на высоком уровне, да, и ты готов дальше. То да, то есть мораль не падает. То есть ты дошел, неважно как, ты дошел. Все, все в порядке. 140 донес, все. Мысли всегда идут, сейчас на танки дадим. Людей. Ну что за будет давать людей? Конечно, если команда Лихтенштейн сейчас умрет, это ну, сильно ударит по морали. Да. На Перише вообще мапа такая, когда ты умираешь на танке, когда соперник готов. Именно вот на Перише всегда минус мораль. Я не знаю почему. Я, на хардлейне, когда, знаешь, убивают на первой карте, ты еще не так, как, знаешь. Ну, типа, Фейт, прочитай, пожалуйста, вот то, что тебе скинул. Вот, она перешла сразу. Убивает с морали, я не знаю почему. Ну, вот это, знаешь, еще вот этот на промоде, когда дистанция не урезана, и просто огромный бонус, который. Да, можно... да, я говорю, сразу мораль как бы все, в ноль. Именно да. Вот почему-то перешь. Пытали мы это на своей шкуре во время КВ. Пару раз. А вот на центре, например, на каком-то эти танки. Знаешь, он, на кстати, танке. Прав насчет мобов и респол. Кто? Фейт, а я с тобой тут не соглашусь вообще никак. А что, тут аналитик есть? Да, у нас аналитик высказал мнение, то, что идея о том, что танк здесь мог затерпеть, это полная херня. Не мог он здесь затерпеть, вообще никак не мог затерпеть. Фейт, он прекрасно успевает пройти. И спокойно потерпеть на крыше, хотя бы одного такого обеспечить. Айс говорит, что не мог, ты говоришь, что мог. А как он на крыше? Ну залезет он на крышу, потеряет еще там 600 кп, пока лезет будет. У него там будет полторашка, и что он будет с ним делать? Типа, я не знаю, если бы он попал камнем там... Правда говоря, он просто перелазил долго, и суры уже стояли и стреляли по нему. Ему ничего не осталось, кроме как сразу пойти. Но Борис бы затерпел. Если бы он попытался Борис отойти, затерпел. Он бы еще больше хп просто так потерял и все. Да не, вот они правильно сделали, он зашел под атаку и все, под забыл.
Терн применяет. Кота. Как? Кот пробивает с тихой приятная музыка. Кстати, он же знает, что мой голос. Нет, санлайта здесь нет. К сожалению. Кстати, не прочь послушать его аналитику прямо в прямом эфире. Ну, ему предлагали, но что-то он не воспользовался этой возможностью и просто замьютился. Да, уже вторую игру подряд. Вот, возвращается Хорчен и... Фейт, редиапнись, пожалуйста. Посмотрим, как Лихтенштейн пройдет эту карту. Фейлится язык. Фейлится, обрывается. Ну, обрывается. Ну это не. Ты сказал. Красиво. Ну это фейл, как бы это не успех. Пусть не так важно, но тем временем, да, появляется танк. И пауза на танке. Давай сейчас посмотрим, танк пойдет сразу или подождет. Это интересно. Какой-то баг появляется у Хорчена. Акс. Да, и пауза не длится долго. Танком становится у нас док. Ой, ну слушай, ну у них, смотри, у них расклад другой, есть забрёв двоих, но я думаю, под ханта только танк уже не пойдет. Ой, не пишите ничего в чат, пожалуйста, так уже как бы... Опять две, пауза? Две. Да, пиши мне в личку, не надо спамить на сервере. Кстати, а что это была за пауза? Случайно прожата? Нет, у Хорчена какие-то баги, уже вот второй раз. Которые должны увеличиться пауза или что? Ну, он, может, перезаписал демку или что-нибудь с ней сделал, не знаю. И док хочет отыгрывать лонга, я так понял. Док решил подождать. Нет. Ну нет, вот сразу заходит, тоже под трикап. Жмет в углу Фаэдзера. Саппорта, по-моему, никто не справился с той задачей и... Ни один саппорт не... Не поймал своего выжившего, кроме смокера. Которому просто грех не поймать. А смокера, по-моему, сострелили, нет? Ну да, его очень быстро стрелили, но он вроде успел скурить. Все равно. Пытается терпеть долг. 700 хп у него остается в запасе. И Лихтенштейны собираются... Нет, не собираются пройти вперед. Отколивают, да? Скид от Хорчена. Какая-то, по-моему, странная атака сейчас была, какая-то по одному. Жакей, он до сих пор ничего не сделал. Лихты понимают, что хп у танка не так много, и уже перетягиваются потихоньку вперед. Могли вообще спокойнее, тени, зачем они еще ждут тут? Вот. Ну, может, не хотят что-то вроде рашить танк. Если облев одного, но ЖК моментально снимают, убивают чарджер. Хорошо, да? Великолепно. Но все равно лихты встречают танка получше, чем Animals. Да, в один кап. Понял, неплохо на эквилибрии, но... Ну, там я сказал, что это очень хорошо, играл. Потому что на эквилибриуме очень часто просто вайпывает около беги. И миксак, и на боковой вообще везде. Вот впереди еще ведьма, и у команды Animals есть шанс вынести кому-нибудь хотя бы один бонус. Мне кажется, Лихтенштейн привык справляться с ведьмами и... Не думаю, что она вызовет какие-то проблемы.
ты много не учитываешь, непривычный для них пинг под 80, 90, 100 и так далее. Отсюда создает определенные трудности, если не только что игры с таким пингом. Ну да, возможно, они не привыкли играть. В первой части же были всякие капы американские. Ой, да, есть все-таки инкапы, и жаки потрясающе уводят Рошель, которую бьют буквально 2-4 руки, скажем так. Да, великолепный гражаки. Второй инкап Фаэдзера, он у нас становится ЧБ, и очень много бонусов слито с Кимси. Да что, весь бонус слит с Кимси. Разрыва у нас нету. 12 лучей, херня. Это даже не разрыв, да, даже полатаки. Верим, конечно, вынимал, что они втащат эту каточку. А сильно не хочешь, чтобы выиграли Лихтенштейн? Нет, просто хочу, чтобы... Ну да, потому что я думаю, ребятам будет приятно победить на капе. Знаешь, на русских капах лучше за русских болеть, это понятно. Естественно, не за Лихтенштейн же болеть. Кстати, подай белорус, ну ладно, опустим детали. СНГ, за СНГ надо будет. Да дело даже не в том, что русской команды нет, просто, ну, ребята стараются, пробуют себя, как бы. А, Лихтенштейн такая сформировавшаяся команда. Нужно дать молодым шанс, скажем так. Ну, Лихтенштейн же, они как... Формировавшиеся в первой части. Да, во второй они все-таки недостаточно скилловые и разыгранные. Ну, конечно, когда ты всю жизнь играешь с шотганом, там, на Blood Harvest. Скитишь охотников. Да, скитишь охотников, блин, и все. Там, как говорится, ума не надо, сука. Ну, мне кажется, у них именно... Вот я после атаки скажу. Ладно, атака спита. Которую, кстати, да, потрясающе сливает в ноль. Остается Хантер и спита. Хантер понимает, что одному атаке смерти нету. И немного не так. Зараженный сливает атаку в ноль. Лежащий тут дальше. Ну да, такая атака была, просто там все в костях, да, врезались, по-моему. Тем не менее, Кимси откуда-то получает дамаг. Ну ты мой так. Свой. А, Хорчин двадцаточку настрелял, да. Такой. Чтобы лучше играли, наверное, так чисто. В питанских целях. Есть шатдаун бумера. Есть подкор, но почему-то не спешат спасать. Вот, смокера. Ну так вот, пока атаки нету, кстати, спереди ведьма, но... Кстати, могли я... просто ключа остаться. Ах, тебе вообще не по пути. В принципе, не было смысла. Чарджер зря у нас респается. Ну да, поспешил и слился вчера. Появляется кстати, танк. Если я правильно понимаю, на этом конфиге отсутствует холдаут бонус и бонус убийства ведьмы. Да, да. Именно так. Да. Так что, я думаю, если фильм имел все-таки тактический характер, чтобы она там не мешала. А ведьму разве не обязательно сливать? Как она может помешать, если они не планируют идти туда? Как она вообще в принципе мешать может? Там смысл, вообще на самом деле легко, надо тут решать. Получается. Сейчас идти и давить на ту. Танк, алло, когда? Танк дурачок. Да, когда, дядь? Кстати, смотри, вообще не одного моба. Фей, танк мог выжить туда, и ведьма там бы очень сильно помешала. В конце концов, рандомный ЖК также может отвести и... Это гарантированно. Вов убили слишком быстро, и поэтому танка не было смысла заходить. Пробивает чарджер, но нет, прям... Пытается играть лонг Бтана, что-то ничего у него не выходит пока что. Так вот, собственно, вопрос, обязательно ли убивать Вичу, я просто не помню. Я, знаешь, да, я не понимаю, почему люди сидят на этом втором кусте и теряют контроль, когда можно сидеть просто подальше, но на первом, ближайшем. Просто терпеть вечно. Вот, док правильно залезли. Просто сидеть и бросаться, можно вообще бесконечно. Ну я танка не буду показывать, вот это наш там смотреть. Это скучно, да. Лонг танк, да, там смотреть, собственно, не на что. Так, лифты, кстати, отлично держит контроль у нас, док.
Вот узики лежат. Их не взять. Не дамажная. Какая разница? Все равно дамажнее, чем дроп издалека, мне кажется. Естественно. Что шотка с ними там 50 какой, да, а узиком какой-то. Ну, грубо говоря, сотку там стреляешь. С такой же. Ну, короче, больше. Ну, мне кажется, лихты просто привыкли играть с шотганами, и поэтому... Сколько, сколько кирпичей, сколько. Прям не засветло. Заходит танк тем временем, тут трикап, опять-таки. Но что-то суппорт, да, не спешит, и уже хп-то почти нету танка. Есть удар, и все. И ой, нет, роспись двоих, но... Танк слишком Реш... много промазывает, никак... скажется на бонусе команды. Ой, закручивай. Слушай, они вообще его разыграли из такого дерьма. Да, со всех равномерно сбили бонус. Слушай, при том, что еще сколько танка, они все равно разыграли. Отлично разыграли. Все-таки саппорт спас ситуацию. Да. В последний момент. Казалось бы, что он перетерпел, и танк уже сейчас вот-вот умрет, но нет, успели. И отлично разыграли танк. Команда Animals. Я бы не сказал, что отлично, там раза 4 промазал точно. Не-не-не, отлично, отлично. Именно для этого места отлично разыгран танк. Не сам танк хорошо сыграл, а именно разыгран. Ну вот, он я был. Тоже. Надо ой, все равно сейчас, говорить, что секунду. Отлично разыгран. Неплохо. Ужасно тут не сказать. Разыграли. Ужасно, это когда на этом месте танк просто сливается одно из саппорта. Никого не хватает. О, кстати, атака сейчас будет в этом трейлере. Очень неожиданное. Сейчас, возможно, первого товарища сейчас прикурят и пробьют. Чарджер у нас еще не прикурят. Чарджер лестницу не успел, к сожалению. Ну ничего страшного, я думаю, сейчас он в следующий раз выходит. У нас Лунтик, Лунатик. As soon as that door opens, таблеток нету, get ready to run for the tower. А, кстати, Айс, один мой знакомый, один Фрэнк предлагает ставить его музыку на стрим, так на нее. Ну, он согласен предоставить авторские права. Кто? Тримон. Нет. Это ты вот не знаешь, что... Ребят, это трикап практически. Там без проблем, скинь поставлю. Тебе вообще не нужна музыка на стриме, нет, без стрима. Это вообще бред. Да ты тут про музыку говорил, уже пропустили одну очень хорошую атаку. Вот именно, и вообще музыка, она не нужна. Вторая команда Animals слила почти весь оставшийся бонус команды Лихтенштейн. Так, я снова тут. Посмотрю, лихты бонусы так потеряли. А Фуа сегодня приедет? Нет. Нет? Он и завтра не приедет. Он офигел? Туризм. По-моему, только воскресенье будет. Настя, вот это туризм. Путешествует. Да. Ну, лихты вообще... Надо заметить, что команда Animal все-таки собралась. Да. Кстати, очень молодцы. Они проиграли первую игру агентов. Ну, конечно, там агенты на 3 головы выше, чем они. Однозначно. И в группе они показывают агентов. Ну, все же, да, не позволили поражению сыграть на морали. Да. То есть они играют как могут и не расстраивают. О, скид заблюет. Скид ханчта Пейцера. Ну, что-что, а скидить хантов Лихтенштейн должны уметь. Да. Я не мог скрасаться. Они проиграли агентам. Чарджер. Хорошо. И ой, отличная атака. Жаки сейчас нацарапать нужно. Да, есть инкап и... На ногах есть фаэдзер с небольшим количеством КП. Прыгает Хантер, но не спешит атаковать, отвлекает. И не на того попадает, к сожалению. Однако дает время вот успеть для того, чтобы появиться.
беда и все. Это вайп. Конечно, да. Буквально чуть-чуть не доходит. Эйнштейн от убежища. Корч очень активно стрелял его. Собственно, вытащил МВП по заразе, вытащил МВП по мобам и заодно FF. МФФ там такой серьезненький. 60 дамага. Шофруй, знаешь, что он все время пишет в чат. Успокойтесь, Тима. Потому что он не имеет возможности говорить по непонятному. Потому что, да, микрофона нет, а недостаток нет, общения может быть. Я все-таки предположу, что микрофон у него есть, потому что... Это он школьник. Но голоса нет, нет, ладно. Да, скорее разве? Всего нет голоса. Нет, он не школьник, он 19. Скоро 20 будет. Диану он очередной на стриме. Так, ну сейчас команда Animals должна доходить с бонусом. Да, есть шанс камбэкнуться, и надо реализовывать этот шанс. Но не камбэкнуться, а камбэкнуться с 12 очков. Камбэкнули. Ну, то есть я имел в виду. Мощно. Мы камбэкнулись, пацаны. Так, ладно. Стоит один сервис, одним хп в убеге и орёт в ТС-ке камбэк. Да-да-да, ты знаешь, и руками там такой, все, ребята, мы собрали, знаешь. За добрый гиг плюс лучшие, к морали такие. За камбэч. Плюс 15 к морали, там, знаешь, там 10 к силе, я не знаю. УПДА там плюс 50 к лидерству, знаешь, вот сразу так. А, так лидерство в команде Animal все-таки предстоит принадлежит ПДА, да? Ну, наверное. Нет, да. И есть стан! Потрясающе на стане берет Жаке, пробивает чарджер, и света. Не туда, прием. Совершенно не туда. Хотя бы прием. Что там фредлифайры похорчено? Дамаг абсолютно такой же после первой атаки. Да, как бы атака была получше, но никто не попал с Робби на 20 кп по своим. Есть вторая атака тем временем, подкуривает под чарджера и... Ой, как пробивает чарджер, это... Ланти, конечно, глупо поставился под чарджера. Мог отойти. Что-то атака вот эту совершенно зря съели. Появляется танк, танком у нас становится вирус. И долг, да, скитит хантера, раздамажено уже. Не спешат Animals отходить назад. Кстати, это очень смело пойти на эквилибриуме, на котором... Собственно, танк теряет ускорение при попадании в бой. Ой, я, говорит, ведьму тем временем, но сливает ее и... То бишь убивает. Ну да. Рисковый. Уничтожает. Да, и поэтому все-таки я поддерживаю позицию, что ведьму надо убивать либо до танка, либо после. В любом случае. Но не надо. Берет его чарджер, пока он один, и вот, собственно... Я бы на тех только что сбил карты своей команды. Да, так и есть. Ой, и очень больно сейчас с Лунатик. Ой, как все плохо для команды Animals. На самом деле нет, они но пережили танк и оставили полтора бонуса. Потому что я бы сказал, что там все-таки пережит. Нелепо. А там один остался просто. Ну это был тотальный бред на самом деле. Ну да, очень. Так, такого танка не брать, так понимаю. Насчет таблетки, кстати, в беседке не будет брать, нет? Думаю, нет.
Чем вроде посолил ведьму и не испортил ничего своей команде, но почему-то не поспешил возвращаться назад и... И походу будет одинаковая игра. Он равная. Стрелял по танку через решетку, в итоге его пробили. Скурили. Есть заблёв одного. И все, собственно, этому так и закончилось. Идут уже Лихтенштейн на проходик вот этот, на ивент. Знаешь, он устает. Есть Чарджер, спита. Вообще, довольно хороший расклад для этого места. Я даже сказал лучше, потому что смоки тут не сильно решают. Да. И берут одного, пробивать ча. Ой, отлично. Отлично. Отличная роспись. От Габелла. Пацанов. Кстати, вот так команда Animal, он дает себе убежище и мешает с КВП. Вообще надо было убраться после такого. Вовнуть же лифтов, надо было просто дойти до беги, там с бонусом 200 вообще спокойно. Не знаю, почему-то сейчас вот эта картина, которую я нарисовал себе в самом начале раунда, про одного хромого выжившего, дико матерящегося в трески. Но это все более реально. Не, ну команды что-то вообще указывают вообще. Хотя да, учитывая то, что Лунатик серый. Ну там сейчас все будут серые. Ну давай серый. Каждая атака роспись. Что-то вообще, ребята, я не знаю, как так вообще. Причем роспись на русском севере, у них пинги все хорошие, прям. Кроме ПДА. Ага, особенно хороший пинг у ПДА. Кроме ПДА, это ПДА. Ага, не слышал. Не, ну ПДА может живет где-нибудь там, на Дальнем Востоке. Беларусь. Беларусь, почти. Дальний Восток. Я живу на Дальнем Востоке. И, к сожалению, теперь мой опус приехал со мной. Меня это несколько пугает. Конечно, не штуки. Не, ну ужасная игра. Я ожидал большего, ты не мог. Такую, да, неплохую игру показали с агентами. Ну, неопытные, да. Такие вещи говорят. Ну да, вот именно про это я и хотел сказать, что как бы есть именно опыт участия в нирах, они не растеряются в какой-нибудь ситуации. Да, лифты вроде не сильные на эквилибриуме, да, показывают, так сказать, игра, а выигрывают тупо на то, что где-то понаглее. Во второй части. Да я говорю, они где-то понаглее, где-то поувереннее, знаешь, меньше таких вот ошибок. Тупо поувереннее на конваре. Сколько они лифты, наверное, ну, конваров там 50, наверное, отыграли. Может больше, да. Стоп. Успешно зажимает приклад на жаке. Ну, мне кажется, тут уже эта погода не сделает. Наши свяжут мобы, да. Вбивается героически от мобов, но... Нет, плевок и все. Лист даже не коснулась земли, а он уже выпал. Да, это выглядело достаточно забавно. Ну, отрыв 100 поинтов тоже не такой уж большой. Мне кажется, это будет единственный шанс камбэкнуться. Согласен. Вторая карта, такой сливной танк, вообще изи. Должны были ребята, я не знаю, решать вопрос. Ну, еще две карты впереди, конечно. На второй было проще отыграть поинт, но не все потеряно. И на четвертой карте, как показывает практик, можно сделать хороший комбат. Рейд, айс, рейд. Сори, сори. Пью, кока-колу. Приятно. Кстати, я сегодня все-таки сходил в магазин, купил квас, в надежде поднять пару кружечек за Малдера, но... Ну, за Маркобеса. За Маркобеса ты поднимал. Там все поднимали бокал.
стаканом, бокалом, корошки. Все. Там чем только кто не поднимал. На самом деле мой мракобес вообще не капит не потерял. Да говорит, что? Болели за мракобеса. Очень. Мне кажется, все комьюнити болело. Несколько человек сказали, что зачем вообще эту запись выложили. Надо было. Там же знаешь, сколько просмотров на записи? Такое количество. В смысле, зачем, как бы, игру там можно посмотреть? Ну да, типа, кто хочет, тот смотрит. Айса, можно я это все на канал закину, на YouTube? Okay. Ну она запись. Потом... Давай, давай, кстати, если ты сможешь ее закидывать запись. Все. Конечно, смогу, я не скачал. Нет, я закину только... Давайте мне играть. Есть атака, ой-ой-ой, да, роспись двоих, отличная. Ох, как долго ест Хант, это практически минус Windows, полный вирус. Причем остальные выжившие находились в метре от него. Потрясающая атака от Animals и такой затоп танк, от Лихтенштейна. Танк, кто у нас танк? Когда становится танком? Ой, и, давай, да, брат, давай! Все, БДА, решаем! Решай вопросы, все! БДАХа, давай, брат, заблёбан! Да, танк сразу заходит, причём это смотрит, по-моему. Очень рано, по-моему, вытягивает. БДА, давай, 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 брат! Ну, зря, не попадает! Ой-ой-ой, что творит БДА? Но... Давай, вали его нахрен! Третий удар все-таки приходится по цели, да. Вот это сенса! Пытается зажать тренера, но не выходит. Я думаю, это все-таки был удар в надежде на длинные руки по нигеру. Ну да, ну блин, ребят, ну как так? Такой сделать надо вайп, типа, хороший. Да, был заблёв. Ну, по-моему, суппорт рановато пошел. Еще и на заблёванных. Тут некоторые люди лишнее сообщение скажут мне, что танк идиот. Да не знаю. Знаешь что, я соглашусь с ними. Ну растерялся парень. Со всеми бывает. Да ну можно и хвалить этих лихтов, давайте. Чё ж куда? Айс. Нет предвзятости. Да ну блин, это ж все-таки наши ребята, ты чё? Болеем за наших, как это. Реально, блин, за наших, за ПДА, блин. Там еще ВДК будет, я буду за него болеть. ВДК у нас будет, если что. Вот, будем за ВДК болеть. Ой, потрясающе вновь файтер, это два капа, и Сантер подоспевает сзади, но... Нет, нет, очень удается. Она была бы отличная, если бы Хантер побыстрее взял свою вылез. Да она и так отличная, Фейт. Отличная, не гони. Атака, 3 инкапа, потрясающе. Не гони, Фейт, отличная атака. Все? Мне все-таки очень понравилось, как Фианца стрелял по Гремлин. Совершенно его не дамажил, это было очень замечательно. Причем у них 4 таблетки в руках. Да, все пилсы просто... Ой, надо решать, давай! Но... Хорошо! Да, есть заблёв, есть подкур и... В общем, ребята, собрались, я там стрелял за танк, который просто... Да они сейчас вообще закопают. Пацан левый. Пенс... кем-то. Димас какой-то зашел к нам. Я думаю, он также скоро нас покинет. Да, возможно, он будет просить слот. Пацаны такие... Я бы на вашем месте билеты продавал, как в доте. Да, Димас, к сожалению, покидает нашу игру. Паутинник за трансляцию. Да. Ну, админом капа, как бы, призовой фонд, чтобы уходил. Не, ну лучше админом сервера, который... Ну да, админом сервера, скорее всего, да. Не получается, это даже спасибо. Согласен. Собственно, хотелось бы их поблагодарить. Да, чтобы, ну, чувак там, да, скидывает свой ник, IP, ну, этот, Steam ID и все. IP. Вот тут дочит просто. Не-не-не, и потом он это заходит, ну, паутинник дает админу. Ох, как сильно вирус пробежал. Мне кажется, это было бы прикольно. Ну, те, кто сервера держит, им было бы удобно. Ой, ну это как спаби, знаешь. Ой, отлично, пробивать чарджер, туда бы клевок, и это ГГ. Но пока почему-то не последует. Вот он. Он не успел прилечься, прилетать не было. А, они не должны вылазить из дырки. Да, тут тем более нет этой промодовской
Ну уже вылезли как бы. Так слита. Да. Атака слита. Ну не, вылезут, вылезут. Некому их задержать. Ведьма прям за сигналкой спряталась, респится на ней смокер. Ну чё будет мутить? Там уже 3-2 ЧБ-шка. Ой, потрясающий кошечный. Убивает смокера. Простреливает или... Да, агрится ведьма, по-моему, на... Пайзеры. Пробивает чардж, жакей берутся приклад, и... Ведьма... Инкапывает у нас. Пайзера. Пытается курить смокера, но ничего не выходит. Второй подкур более успешен, и... КМС теряет. По 7 чуть-чуть бонусом. Ну опять хреново то, что они идут после танка, да? Ну, после Distance point, да, да, distance point, они набирают и набирают хорошо. Они сейчас дойдут до аптечки, у них там уже 450 очей будет, да? На самом деле для своего пинга не очень хорошо играют. Да ну не скажи. О, я на пинге. Что там того, что они игроки первой части, раньше. Имею в виду. Ой, да. И не только там. Те, кто играл раньше, все на пинге. Это я говорю, что они, с учетом того, что они с первой части игроки, они неплохо. Какая разница? Второй. Ну а русские игроки, когда раньше играли, когда 30-й тик был, знаешь, там, играли на пинге 120. У европейцев пятерика, а у нас там... Всякие шадики, да, играли, которые сейчас пищи? Да. Ну, просто вот это вот засилие серверов вообще в свое время, которое началось. Тот же Тор с пингом 150 играл и играл отлично. И никто почему-то из европейцев его как-то не жалел. Им было насрать. Все, и уже буквально на последних хп ползут лих. А вот Хорчин уже у нас отошел в мир иной. И два черно-белых. Есть кит ханта, потрясающий такой на реакции. Но... Нет, все, это конец для команды Штейна. Ну сейчас это опять. Это конец карты для команды. Ну да, да, я и сказал. Да, вот сейчас для команды Нимбус действительно есть шанс камбэкнуться, потому что на этой карте в общей сложности может набрать 1800 поинтов. Теоретически. Ты напоришь, на самом деле все карты камбэчные, кроме первой. Ну на первой комбэсе ты, собственно, ничего. Да, да, только начинаешь, как говорится. Потому что либо за упокой заканчиваешь, да, либо начинаешь. Нет, тут, кстати, какая-то мутная фигня с бонусом на четвертой карте, там его достаточно мало, в районе 1200, если я не путаю. В общем, там достаточно сильно бонус порезал. Очень странно сколько. Так, сейчас я отойду там пару минут, я надеюсь, карта не успеет закончиться за это время. Ну, давай. Это был намек на то, что команде Animals надо пережить танка. Ух, чарджер. Расстрелян прям перед лицом. Да. Да, это кэп, наверное. Команде, знаешь, такой организатор контролирует куда-нибудь. Кэп такой. Лидер команды. Даже вот по игре видно, что контролирует. На этого посмотрел, на этого. Контролит цель. Нет, ну, сколько я знаю, да, он никогда не стремился к какому-то лидерству. Работа в команде заключалась в том. Даже не то чтобы кэп, он скорее такой очень надежный человек, который предохранит от любой ошибки. Да, да, вот он, я говорю, он какой-то неправоты он поправит, да. Все, слежу за ним, он на этого посмотрит, куда он смотрит там. Куда этот бежит, знаешь, что все контролирует. Тем временем Лунатик запрыгнул по багу, я предлагаю Винкерштейнам взмонтоваться и потребовать минус 300 очков. Да ладно, не надо за такой давать это, знаешь, делай
Ну, понимаешь, да, это бред, это шутка. Ничего не дает. Это шутка. Это более шутка. Наш... Ну, на самом деле здесь можно срезать карту. Да, да. Это же бред, это вообще не бог. Ты намекаешь на то, что администрация капа может судить прицепы. Нет, я к тому, что зачем как бы даже говорить? Если увидят, тут когда пишут, потом разбираться. Там вам, скорее всего, не будет писать. О, и танк-то как заходит у нас тем временем. Это, мне кажется, вайп. Привет. Ой, у танка еще полно хп, тем временем есть НКП. Почему, вот почему выживший прут на него? Зачем ты бьёшь на танк? Очень сильно разделились просто. Да и вообще не надо было идти на танки, надо было назад. Трофически далеко друг от друга. Это, конечно, же вайп. Хотя, да, не ставить сразу пусы танка. У них одни пусы, у них... Нет, два НКП. Не выживайте, ребятки, ну тащи, поднимай его, блядь. Да, поднимают. И чарджер меня отвлекают. Танка 500 кп, да, но выживший об этом, к сожалению, не знают. И... Ну, один удар мили. Через не успеет его дожать, ему надо дойти. Все, поднимай, поднимай. Да, нужно поднимать, что он, собственно, всё, делает. Все, давай, быстрее. Сейчас минус будет. Команда, ну не надо, ну, ребят, ну поднимитесь, дойдите дистанцию, наберите. Ё-моё, блин. Так же хочу заметить, что ли. Нельзя так играть. Стоим, мотайся, проходит под знанием нет предвзятости. Ой, успевают, успевают, поднимай, поднимай его, Настик, ё-моё. Блять, Крис, ты жрать ходил, что ли? Да. Я принес себе покушать. Слушай, Лунатик вообще сильно. Лунатик. И это... Ну и всё, на этом. Нет, все-таки команда Animus не выживает и... И камбэк на этой карте состоялся, но разрыв составляет чуть меньше 400 очков, и это будет как-то отыгрывать мои сраные танки. Нет, это нет, не если ранний танк, то... Ну и если поздний танк, в принципе. Надо танк где-то 27-29%, чтобы танк был вот в таком диапазоне, и тогда ребята, я думаю, еще что-то смогут. А так, если так они увидят процент танка там 77 какой-нибудь, знаешь, то это все. Ну я не знаю, вот как можно было, во-первых, допустить это... Танк 49, так что... Трипл панч был, трипл панч был. Или дабл панч. На второй, на третьей карте сейчас. Когда... На первой атаке? Не, когда танк пошел, первый удар он сколько дал? Трипл или дабл? По-моему, все-таки дабл, потому что разойти не страшно. Ну такое нельзя ловить. Надо максимально собраться, ребят. Фейт, дропнись. Петух рейди пишет. Вы понимаете, все-таки последняя, да, игра на сегодня? Ну да, я не думаю, что кто-то еще будет играть сегодня. Там, кстати, не сильно такой поздний. Нет, это бильярд, да? Это, по-моему, сразу после спрыга вниз. Не-не-не. А, да-да-да, да, да, вот с этой херни, да-да, им придется возвращаться. По вот этому автобусу. Угу. Ну, если Animals их убьют, и сами просто доползут, я не знаю, там, сутки бонус, они выйдут. Я думаю, после этого, как минимум неделю, все будут рассказывать сказку про то, как Animals смогли. Да они бы смогли, поверь. Если бы они собрались, вот, начиная вот со второй карты. Просто дайшли бы. Ты мне подсказываешь, что всем вообще настроить на этих Animals, конечно, без обид. Не считают фаворитами и... Я ты говоришь, что... мне не пустит один маленький Хорчин. Ой, уже Friendly Fire получает Хорчин такой. Хорчин опять, конечно. Получает дамаг без атаки от своих. Ну шотганы, они такие, знаешь, вроде один выстрел сделал. Ой, идет атака тем временем. Берут на М2 кота, но он опять после М2 напрыгивает уже второй раз, по-моему, второй раз именно на Фэд. Проходит неплохой дамаг по Хорчину с учетом Friendly Fire. Но мне кажется, у команды Animals именно вот опыта не хватает и теряются они в таких вот ситуациях. Вообще все из них миксплееры. Да, я фит, ну что за оскорбление? Тысячу раз уже катали.
Но все как игроки как-то постепенно из плееров, ну не все, но многие. Да ну, их счет первый начинает. Клавар, третий, кого кто-то учил, эволюционирует, а кто-то остается на том же уровне. Не, ну чтобы эволюционировать, надо играть КВ. Именно КВ, а не ПКВ, там, миксы. Миксы ты не будешь никак эволюционировать, никак. Эй, бой, потрясающая атака, вы посмотрите просто. Отличная на муви идет, дело. Отличная атака от Animals. В общем, вот говорю, вот за заразу отлично, ребята, идет у ребят. Хорошие атаки демонстрируют нам Animals, а вот за людей почему-то... Не считай того, что их танки просто теряются. Ну да, танки вот именно теряются. Но это придет нормально, что хотя бы средний, знаешь, так. Вот сейчас появляется танк. Очень заходит, да. Причем вообще без проблем. Блядь, с танк танком становится лунатик у нас. Он должен, кстати, реабилитироваться, что-то всю свою игру на. Если с агентами еще он там такое творил. О, надо заходить. Надо заходить. Надо заходить, есть таблё в троих, и вот. Ну убей лапы, ну лапы. Успевает, успеет закатать. Ой-ой-ой, что делает танк? Ну что он делает? Что это? Это просто это кик из команды, я не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Попадает в машины. Ладно, кик временно отменяется. Кик отменяется. Иди убей его. Кик, но растерялся, парень. Есть. Ну этот не то что растерялся, он. Такие тачки просто ему надо понять, они не заходят. Ну вот, да, там надо было замутить, или она не залетает. Катать, да, наверное. Надо было лапой бить, потом его уже закатывать. Не надо бегать с машиной. Там, кстати, просто ударяй по машинкам минусного тренера. Зачем камень? Зачем? Ну закрывает смокером. Я понимаю, закрывает, но ты иди и бей, вот, ты, вот этого бей. Ой, что-то не то делает танк. Но это вкопали. Тем не менее, даже с таким танком, по-моему, Эйнштейн, скорее всего, умирает. Берут опять ханта на М2 и вновь ханта... А, нет. Причем далеко не умирает. Блядь, лунатик, ну мужик. Ну, да ошибка делаешь? Ханта, кстати говоря, ему надо сейчас минусовать того, кто в комнате лежал. Но они этого не понимают, опыта нет, понимаешь? Ой, катай! Такие залетают, блядь. Что, ну дожимай. Тихо, без оскорблений. Да не оскорбление, просто. Какое вообще, оскорбление? Боление идет, это не оскорбление. И ПВП, чарт, и все-таки да, чарт, да, ПВП. Последний шанс для команды Animals выиграть эту игру. Я думаю, сейчас самое просто время. Надо доползти. За этой дыхание ждать. Знаете, мощного камбэка. Я не знаю, там просто кровь из носу, пыда ползет, знаешь, такой. Такой, знаешь, там без рук, без ног такой ползет на одной руке и выигрывает. Без рук. Нет, я говорю на одной руке. Без рук, без ног и на одной руке. Просто да, зубами вас спают сгрызаться. И языком, языком. Не знаю, блин. Зубами вырвал руку, товарищи, позорными. Ой, трудяпный. Да. Ну ПДАХа, давай, верим, ПДА. На самом деле вообще абсолютно не верим, мне кажется, они еще более крутятся. Что за вообще за такие вещи? Фу, надо там, верить. Не красиво. Тем более вообще счет позволяет. Просто дойти. Дойти. Танка. И танка и танка пройти. Вот так вот. Дойти и пройти. Слушай, танка и. Ладно, сейчас посмотрим, как они пройдут эту карту. Кстати, без кемпы идут. Вы решили не брать. Ну правильно, кстати, она нахрен тут не нужна. Надо спам тут. Главное не ловить детсадовские атаки. Типа такой, но сейчас справились. Кстати, правильно сделали, да, кемпу не взяли. Она нахрен не нужна на эту карту. Прям вот действительно не нужна. Особенно с таким танком тут особо из него не стреляешь. Friendly Fire, по-моему, сейчас залетело нормально. По нету, да. Ну чтобы не расслаблялся, знаешь, так сразу. 17 хп. Так, смотрим за ПДАшкой. Hey, I'm reload. Oh shit! Reload! Oh,
Ну это у нас просто срезает вирусом. Прям именно срезает. Массово его, знаешь. Ну пацаны, давай. Защитим. Верим. За ПДА. Да, раздавил мобов. Кстати, сегодня довольно быстро идут, потому что это же вторая игра. И... Да, и сейчас самая интрига. Второй час. Собственно, сок этого матча. Да. Самое разве. Конец. Куда сейчас? Собирается. Смотрет куда как. Ну и за 2 часа, да. И как триханет сейчас. В этой группе за 2 часа игр больше, да, чем в другой группе за полнеделю. Ну в группе Б вообще там, ну, одна игра. Куча матчей на самом деле было. В группе А одна игра была. Куча матчей. Ой, в группе Б куча матчей, я уже поехал. Возможно, это игра в воскресенье против нон-стоп у нас. Да, ждем, я буду транслировать, если можно. Возможно. Точно. Так. Дожимают ханта. Танком становится Файзер. Почему агентам еще победы не поставили? Поставьте. А я так понимаю. Нет, 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 там хищник. Ёлки-палки. Говорите им, что не надо идти. Понял. Я думаю, подальше таких их остановил. Да, ПДА, думаю, закэпил. Мне кажется, им какой-то зритель стрима подсказал, что танк уже сверху, и они... Нет, они... Ну, ребят, ну... Дабл панч! Дабл панч опять? Ну, беги, мести нахрен его! Хорошо! Ой, там временем суппорт неплохо шкрит. Все, танк должен сливаться. Все, ребят, один танк. Все, ПДА, давай, на удары его. Как ваха. Пытаются простреливать танка, но ничего не выходит. Надо доползать для этой убеги, я не знаю. Мне мнение, что саппорт должен был ждать. Фейт, ну ты да так думал, зажимал последнего. Хорнчин думал по-другому, так что смотрим как и оцениваем, как было, а не как надо. Мы же тут не аналитики. Это Sunlight должен работать. Sunlight, к сожалению, сейчас играет в Borderlands, даже не смотрит стрим, ну, и не присутствует на сервере. Он даже решил пропустить такую игру. Да, халтурит. Надо с этим что-то делать. Нет, он сейчас, по-моему, на сервере на каком-то ПКВ, если я не ошибаюсь. Ну, вот эти ПКВ, то ладно. Там, кстати, параллельно очень интересно, где ПКВ идут. 2 ПКВ. Какие? Ниму против вот Санлайта. А, наоборот. Ну что, слушай, у нас тут важный момент, Фейд, у нас важнее. Подожди, да, потом. У нас один голый танк остался и ВДА. И да, надо добивать. Всё, давай! Все, убили, да, нахуй. Все, надо, вот сейчас надо доползать. Вот сейчас не, надо. Не, они не доползут, к сожалению, не хватит. Почему? Только подожди, если сейчас таблетки будут смерить, то вообще изи. Еще таблеточки, может быть, да. Таблетки. Нет, на самом деле, если спотеют, то они должны дойти. Тут пережить 3 атаки осталось. Но вот то, что они занесут 100 бонусов и дойдут с 4, в этом я уже сомневаюсь. Причем очень сильно. Им надо просто дойти, им даже бонус не нужен, понимаете? Просто дойти и 100 бонуса. Нет, им надо просто дистанцию. Дистанция, по-моему, максимальная. Да, дистанцию и все. Что, таблетки? Где таблетки? Нашли? Кого же таблетки? А еще спереди нету, что ли? Ну там после ивента должны быть таблетки. Так, после ивента будет таблетка раз. Да может даже не одна. Две. Так, сейчас. Я вижу одну. Посмотри. В комнатах вроде нету. Ну одна таблетка я вижу только пока. Вторую еще не вижу. Да, в аптечке одна таблетка. В аптечке одна. Ну, по идее, должно хватать. Не знаю. Please, ребята, давайте, доползай. Ну сейчас все зависит от того, как они переживут ивент. Да ивент там дальше. Главное чарджера просто не поймать и все. Ивент это шкалял. Мне кажется, не, вторая половина карты. Ну ПДА, братан, жокей! Ё-моё. Че ты делаешь, ПДА? Че ты там стоишь? Отделяет сильно ПДА, это инкап.
Включай вент, док, включай вент. Док. Давай, док. Это вент, да, и спинзы просто доползают. Ну, если они доползут, я не знаю, мы не надо бокал поднимать. Конечно. Давайте, пацаны, ползем. Ну а что тут сказать, ну давайте. Как же ты не хочешь, чтобы лихты выиграли, просто жесть. Чтобы лихты. У меня вопрос, когда танк заходил в последний раз, он сделал первый удар по ПДА и, по-моему, промазал в упор. Прям совсем в упор. Нет. Кто-нибудь видел этого? Не мазал, по-моему. Просто я смотрел с лица ПДА. ПДА, похоже. Там просто махнул ручкой перед ним, и с ПДА ничего не случилось. Бывает такое, что удары в упор не... Все, пацаны, вперед! Бежать, надо бежать, Вен. Ну, ну, Вунтик! Почему-то... Решай! Сейчас же просто вообще, я не знаю, Корчон, Корнчин у нас творит вообще нереальные вещи. Айс, 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 выдохни, выдохни, успокойся. Все нормально. Сейчас... Корчин просто заставил... Есть плевок, но... Нет, нет, ой, нет, нет, спасать надо, но нет. Док, давай, брат, бежим. Доком. Пытался пробить язык, но давайте. Вышло. Ну, док, единственное, зеленый хп, он должен успевать до того, как начнет хромать. Есть жакей, но... Ну, док, единственное, немедленно. Ну, да, я про это и говорю. Все, ребят, можно доползать. ЧБ есть? Нету ЧБ. Все, три атаки до убежища. Ставки, ребят. Ну, побольше, они хромают и так побольше. Четыре атаки, это вот такие... Все с мильками, да, обрубают язык, все, сейчас рубля, срублен пассажир. Лунатик отделяется слизью. Вот забавный момент, Гром спрыгнул, и они втроем одновременно его ударили мильками. И заплев одного. Зафокусили просто за секунду этого Грома. Не получается смоки раскурить. Все, вот сейчас надо просто доползать. А вот теперь, кстати, уже сомневаюсь, что их ты выиграют. Да ладно. Есть шанс. Все, вот сейчас три атаки, пацаны, три атаки, давайте, переживаем. Да, собрали всю свою волю, которая есть, всего есть чаргер. И... Ну похер, похер, надо просто доходить. Им надо доходить. Проще, да, собрать всю волю в кулак. Им надо просто... А, да, я обсчитался, им действительно надо дойти. Что, макс дистанс? Дистанс. Всё. Понимается, понимается. Бей свету, блин! Сейчас я будет наливать бумер. Блин. Ну, ну чё, ну залил он. Хорошо. Есть два жаки, найс. Есть ну, чаргер. Помогите негру, ему можно видеть. Ну, ёлки-палки, ну что ж вы. Они вообще не базарят, что ли, или чё? О, да? Бьют, бьют, и Раши. Они я не думаю, могут поднять, алло. Сейчас очень сильно матерится в тест на своих тиммейтов за такое охуенное прикрывание от мобов. Просто а ЧБ, почти бусинка. Не 2 ЧБ, 2 ЧБ. Нет, там с бусинкой ничего не сравнится. Нет, не дойдут, наверное, пацаны. Сейчас решающая атака. Минус один. О, есть роспись двоих. Есть драк. Увы. Увы, но... Да. Очень близко, очень плотно, но чуть-чуть не хватило ребятам, дожать не смогли просто лихтов. Но все, втроем уже, да, будет очень проблематично дойти тоже с такими хп. Им даже не хватит, если они дойдут прям. Просто надо было дойти до убеги. Обидно, очень обидно. Сейчас в команде Animals. Два трикапа зарешало. Два трикапа. Нет, вот тот решает. О, ведьма успевает слить лунатик на кой, но, к сожалению, ничего. Да, лунатик очень есть. Красивый ведьма убивает, но... Но, к сожалению, все. Он не поможет нам выиграть, к сожалению. Хочу все-таки напомнить, что лунатик также красиво убил ведьму на второй карте. Спасибо ему за это. Ну как и ребята потом... не дошли? Ну вы понимаете, это обидно. Им даже, по-моему, не всем надо было дох... Точнее, как сказать... Им просто даже было... Втроем даже. Нет, втроем я не хватало бы. Так почему? Тут дистанция сколько? 700. У них еще 133 было в запасе. 123. Хотя им уже больше хватило бы, понимаешь? Ой, есть скит от Лунатика. Но что-то слишком поздно собрался парень, и все. Это, отрыв меньше стачку. Ой. Команда Ignis. Ну да, меньше стачку. И...
Обидно, обидно. Нереально обидно. Мне лично. Были, да, шансы, но, к сожалению...